Здоров всем подписунчикам HGM, с вами Срок. И вот это долгожданная гонка с кейс, я вот почти на точке, так что давайте не будем тянуть, думаю, всем интересно, что здесь, какие гонки будут, начнем. Так, два спринта, та, не херпеть, я его просто сдрючу, я уверен. Вот он этот Мерседес, который мне нужен. Бля, она еще копов с собой притащила, ебать, там и джип. Это очко. Да. Не, мне твой разъебанный Марс не нужен. Фух, ну погнали. Я затупил в карте. Бля! Ёп! Так, пока спокойно лидирую, но, как обычно, за 20% до финиша. Я какую-нибудь херню как вычудил. Писец, конечно. И спринт, и поворот, это же за жопа. Ах ты тварь! Ну ничего, откопал трассы. Мужики. И вот прямая. На прямом мне еще не было равных. Ух ты, бля! Опять я прогибал проворот. Поворот. Язык заплетается уже второе видео подряд. О, шикарно, просто шикарно. Наверное, до всех всем моих боссов, это седьмой, да. Лучше, наверное, за все гонки, которые играют. Лучше не было, я в поворот так никогда хорошо не входил. Остается 13%. Да, первый он в нас по конечке, просто нас по конечке, изи катка. Так, второй спринт. Погнали. Thank you.
наступает мне на пятки. Ой, спасибо, машина. Как она мне помогла? Вот мне только что пришла очень гениальная идея, как бы в конце каждой пройденной игры буду потом снимать, блять, ух, и она заракалила, и я, фух, запизделся, начал дичку там втирать. Фух, в конце я прошел игру, да, допустим, я потом буду выпуск с модами, буду качать моды, такое, ну, думаю, вы поняли мою идею, думаю, она понравится и приживется эта традиция у нас на канале. Ну, как мы знаем, Фанни на стороне онлайн игры. Что Фанни такое не делает, это я играю в такой. Ну, думаю, Фанни сейчас в отпуск, как бы можно сказать, так. Так. Меня обогнала эта сучка. Ладно, конечно, скорость у нее лучше, чем у меня будет, но... То, что я зеркалил. Ну, повороты пошли. У меня управляемость почти максимальная. Оп, все. Пошла вода горячая. Так, блять, финиш уже, ебаный в рот. Ебануться. Перед самым финишем, ебать, рак, просто рак. Чем не казался, просто я хотел вам делать. Чем не казался, наверное, с коротким, ебать, будем ебаться тут. Ебать, перед самым финишем. Да, сука, да! Вот так вот. Фух, я вам сделал облегчение, чтобы не смотрели на сайт. Я просто уже снял видео. Я вам не восставлю, я прошел это с первого же раза, после того, как вы видели мой стыд. Так, выбираем две марки. Фух, ладно, вышел, выполнил Мерс. Очень давно не выбирал левую меточку. Любую машину со страха постоянно. Так. Сидел вот так. Давай вот это. Блять, опять у меня нету машины. Машина по центру. Ну, что сказать, печально. Вик. Нет, это не Вик. Блять, как его звать, босса забыл. Минь, вот. Ой. Нам это будет сложно. Ламборджини Галарда. Заебись, однако. Мой Порш, конечно, просто обосрется по сравнению с самой. Ну и волну ты поднял. Все повыползали из нор посмотреть, кто таков, а копы просто не знают, куда деваться. В списке перед тобой только пятеро, и двое из них — щенки Рейзера. Я в тебя верю.
спасибо. Вот тут мы сидим. Так, теперь нужно 2300, а у меня сейчас 1600. Что за гонки? Посмотрим. Такое. А за события, ну, на 9. Так. Хотя бы 22 машины нужно здесь, потом 7 минут нам погоняться, уже здесь полицейский блокировок. И радара. И тут от 4 шипов. Серьезно. Фух. Так. Это на что? Вот. Идем сюда. Производитель. Что у нас? Движок новенький. Супер Про. Меня это радует. Больше ничего, да? И больше ничего. Берем. Ну. У меня же стоит движок, хочу. Так, что тут набор тюнинга, да? Да. Спойлеры, вода, капот. Ничего такого. Диски что ли поменяем? Сюда Кёниг стоит. Прямо вот это. Так, как обычно, это у меня традиция в этом NFS-ке, менять покраску после каждого босса. Вид машины, краска. Так, не это. Сначала покрасим диски. Харки будут. Так, тонированёк, индиколи. Поставим спидометр, что ли, надо. Такой. Стрелочка зелененькая. Ну, вот такой, вот такой у меня стрел. Так. Винилы. Уникально, что у нас здесь. Что ли, вот так попробуем. Так, что тут? Свой, оно все. Ну, это поинтереснее. О, вот такое, ну, да, мне нравится. Серьезно, так светленько свежится. Так. Тонирование окон. Вот такое. Все, пожалуй, все. Вроде все сделал. Да. Теперь посерьезнее. И слышите, мотор по-другому стал. Видите, одно улучшение изменило движка. Ну, пожалуй, все. С вами был Срок. Ставьте лайки. Ну, вы знаете, в общем, делать, что я вам говорю. Каждый выпуск это говорю. Всем пока.